В Чувашии работает республиканский волонтерский центр. Он в рамках проекта «Мы вместе» объединил добровольческие организации для оказания помощи людям в связи с ограничениями из-за COVID-19. Михаил Абрамович, здравствуйте. Мы знаем, что как бы вам нужна определенная помощь, поэтому мы хотели вам передать вот такой замечательный пакет с овощами. Тут еще верба освященная. Я самый старый волонтер. Да, мы знаем. Я сейчас помогаю. Еще будьте, пожалуйста, здоровы. Я буду. На улицу не выходите. Я не выхожу, не выхожу. Вот в таких пакетах товары первой необходимости – яйца, молоко, овощи. Волонтеры доставляют их людям, сидящим на самоизоляции, малообеспеченным гражданам от 65 лет и старше, которые в сложившейся ситуации больше других подвержены риску. К волонтерам присоединяются и депутаты Чебоксарского городского собрания. И я лично выезжаю вот с продуктовыми наборами. Вот у меня в руках, кстати, сейчас один из продуктовых наборов, который я приобретаю сама. Мы выезжаем к нуждающимся, в числе которых инвалиды, в числе которых одинокие пенсионеры, дети которых проживают далеко за пределами Чувашии и не могут сейчас им оказать помощь. В их числе многодетные семьи, в их числе просто одинокие пенсионеры, не имеющие детей. Заявок очень много. И, конечно же, в такой ситуации душа, она просто болит и хочется оказать хотя бы какую-то помощь. Ядрин молоко, комплекс Новочебоксарский, агрофирма Альдеевская. Эти предприятия оказывают большую благотворительную помощь в поддержке граждан. А сегодня компания АБС Электро закупила 1000 уже освященных куличей. Напомним, церкви должны работать в закрытом режиме. И чтобы православные верующие не остались без атрибутов праздника, предприятие передало куличи волонтерам для доставки на дом. В это время, когда по всей стране и во всем мире бушует пандемия, на первое место выходит социальная ответственность и милосердие, которое может и могут и должны оказывать и простые люди, и предприятия, и организации, и, безусловно, добровольческие объединения. Тот вектор, который дал исполняющий обязанности главы нашей республики в отношении взаимопомощи и взаимовыручки населения всей Чувашии и Чебоксар в частности, говорит о том, что и бизнес не должен находиться в стороне. Предприятий, протягивающих руку помощи, с каждой неделей становится все больше. В такой ситуации любая поддержка только приветствуется.